мы проехали Саранск, потом у нас после Пензы ждет Саратов, и после Саратова нас ждет Волгоград и Волжский. Чтобы нормально сделать перекус, обзавелись стульчиками, стольчиком и Даней. Памятник был в ЛКСМ, это Волжский дом культуры. Зачем надо приехать в Волжский? Давай. Он красивее Москвы. О, все, это так зря ты это сказала, сейчас посыпется, короче. Спасибо, давай пять. А здесь нас встретил наш друг с семьей, Александр, принял нас у себя. Мы сейчас идем, кайфуем от Волжского. Саня, задних сусликов стоит только остаться здесь. Вот кто тебя удерживает еще. Ребята, мы вот приехали в Волжский к Сане и его семье. Саня вообще кайфует вот от Волжского. Он просто не может. Да, да, он говорит, все, никакой Москвы. Все, зима не холодная, так. А лето не горячее. Сделать перекус, потому что нам еще дальше. Мы, кстати, первый раз вот так вот 800, расставляем. 800 плюс км. Давай, три факта, которые убедят людей, чтобы они тоже приехали в Волжский. К тебе. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Ребята, мы, короче, сейчас едем до Пензы. Мы проехали Саранск. Потом у нас после Пензы ждет Саратов, и после Саратова нас ждет Волгоград и Волжский. Короче, у нас здесь, мы же это, путешественники-то, как это, бывалые, поэтому мы, чтобы нормально сделать перекус, обзавелись стульчиками, стольчиком и Даней, все, и тормозком. Хорошо, пошло. Джесс, сколько нам еще ехать? До куда? До точки X или до промежуточной? До промежуточной точки. До окружки. Даня, сколько нам еще ехать? 10 часов. Много. Короче, у нас сейчас привал здесь. Вот такой вот. Классный привал. Мы решили обзавестись целой парковочкой. Благо она была. Благо она была свободна. И прям сделать перекус, потому что нам еще дальше. Мы, кстати, первый раз вот так вот 800, расставляем. 800 плюс км. Гоним. Засиди пока. Какое мы еще сделали наблюдение, например, вот то, что каждая область, в которой мы приезжаем, во-первых, у нее своя какая-то определенная в плане, как вот выразиться, лесной чаще, да, Паша, типа, ну, лес меняется там каким-то интересным, поле с лесной чащей, потом густой лес, потом не густой лес, больше какого-то такого поля, да, как бы, типа, каждая область, в которую мы приезжаем, она, как бы, получается, как, типа, хороша своими угодьями, да, разными, то есть нет такого, что вот прям как бы все одинаковое, то есть реально, типа, где-то деревья немножко другие, где-то плотность их совершенно другая. Я, конечно, не разбираюсь, но понятно, что я знаю, что березоньки, вот, как бы... Даже воздух другой. Да, 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 даже воздух другой, вот. Знаю, что возле березоньки кто-то бегает обычно, но тут березоньки сменяются другими, как даже, бы... Даже при условии, что здесь сейчас уже палят... Постой, да. Ну, как бы сам по себе запах дыма немножко другой. То есть не просто жженая трава какая-то, а здесь, ну... Ну реально, ну плюс, да, плюс здесь воздух, конечно, когда чем дальше, как там, чем дальше от столицы, тем вкуснее воздух. Нас впереди, конечно, ждет Каспийское море, Дагестан. Там сзади Даня. Даня, как оно? Пойдет? Все хорошо. Короче, ребята, мы вот приехали в Волжский к Сане и его семье. Здесь остановились и решили сгонять на местный пляжик, который речка Актоба. Вот так вот, короче, она выглядит. Сейчас пойдем дальше. С нами мы и собака.
Ребята, ну что, мы доехали, короче, с нашей командой «Я, Джесс, Даня и Пашка» до Волжского. Здесь нас встретил наш друг с семьей, Александр, принял нас у себя. Мы сейчас идем, кайфуем от Волжского. Сейчас, короче, Саня скажет, я не знаю, типа, три момента, почему он любит Волжское, из-за чего. Сань, погнали, давай, три факта, которые убедят людей, чтобы они тоже приехали в Волжский. К тебе. Давай, три факта. Тут спокойнее. Так, чем где? Чем в Москве, класс, так. Ну, намного спокойнее. Так, окей. Тут теплее. Окей, принято. Ну и тут... Я тут всю жизнь прожил. Ну, кстати, хороший аргумент, весомый. Давай у Киры. Кира, это дочка. Кира, давай, что? Зачем надо приехать в Волжский? Давай. Он красивее Москвы. О, все, это зря ты это сказала. Сейчас посыпется, короче. Спасибо, давай пять. Так, Кир, расскажи. Давай, это мы где сейчас находимся? Это на фонтанной. Фонтан. Что здесь находится слева-справа? Тут музей, так. А тут вроде... ЗАГС с сусликами, да? Да. Класс. А город это какой-то, не забыла? Волжский. Класс. Так, ребятки, ну что, ну, собственно, вот, смотрите. Это Волжский, это круто. Это очень круто. Что там дальше? Ага. Это КВГС. Ага. И там еще суслики тоже. Еще суслики. Да. Господи, вообще. Саня, за одних сусликов стоит только остаться здесь. Вот кто тебя удерживает еще. Да. Ребят, слушайте, ну это Волжский, это круто. На самом деле очень круто, мы сейчас отправились в большое путешествие. Привет, чуваки. Мы отправились в путешествие. Это Владимир, Нижний. Кир, что еще хочешь сказать? Что там? Там на фонтане стоит суслик с зонтиком. Ага. И еще перед парком ВГС стоит. Офигеть, вот так, короче. Да, ВГС вообще он зеленый. ВГС это что? Расшифруй. Волжский гидростроитель. Станция. Гидростанция, да? Волжский. Давай спросим. Мне кажется, папа не знает. Давай у него спросим. 3, 2, 1, давай. Да. Сань, что? Какое давай. ГС? Так, давай, 2 секунды на ответ. Волжский гидростроитель. Вот, молодец. Ты прям, давай, 5. Молодец, пошло. Короче, ребятки, мы проехали через Владимир, мы проехали Нижний, Йошкар-Ола, мы проехали Саранск, мы проехали Саратов, мы проехали Пензу. И вот мы приехали в Волжский. И здесь, ну, очень круто. Восстанавливают скверы, восстанавливают парки, восстанавливают бульвары. Саня вообще кайфует вот от Волжского. Он просто не может. Да, он говорит, все, никакой Москвы. Все, зима не холодная, так. А лето не горячее. Лето жаркое. Класс. Нет, лето жаркое, но не прям что. Понятно. Там вот еще зонтик. А дальше что у нас будет? Вот это впереди, чокер. Здание? Ага. Это ДК ВГС, там разные спектакли часто проводят. Класс, вот оно. Это то, что папа не мог расшифровать, да, сразу не ответил. Вот оно. А вот и фонтанчик. Короче, Волжский 5 баллов, ребятки. Это памятник был ВЛКСМ, это Волжский дом культуры, здесь выступают. Возможно, когда-нибудь будет время, что настанет время, что мы с Пашкой тоже здесь выступим со своими стихами и музлом. Но пока это очень красивый дом культуры. Там вон горельефы, как правильно, панно из горельефов. Саня знает, что это такое. Класс, очень здесь здорово. Мы сейчас к парку культуры подошли. Ребята, это парк культуры. Паш, я думаю, нужно так двигаться, чтобы месяцев через 5, через 6 мы вот здесь выступали тоже. Или хотя бы в парке. Или хотя бы в парке. Ты в блоге и во влоге. Можно немножко подниматься, пить чаечек, рвать когти. Я, Настя, спасибо.
там пришло уведомление, что это просто обложка не подошла. Я уже изменил 1400 на 1400. И все, загрузка пошла. Поэтому все с этим хорошо, я разобрался. Трек будет. Ты хоть немножко боднул? Поймал бодрости? Во. Да. К Дагестану готов? Охуенная бодрость. Да. Да, 1200. Поехали. Так, ребят, ну что, мы поехали из Волжского по ГЭС сейчас в Волгоград. С Волгограда мы, собственно, уже держим путь на Дербент. Го. Ребята, это, короче, ГЭС. Он считается самый крупный в Европе. Вот, мы вчера в него въехали, как у Сани останавливались в Волжском. Собственно, по нему ехали. Он такой длинный, если посмотреть на навигатор, то он, короче, масштабы у него вот такие, чтобы вы понимали. Ну, типа, это, короче, не кисло, несколько километров, вот так он выглядит. Здесь вот эти штуки, которые закрывают, короче, вот это шлюзы, это очень, ну, выглядит мощно. Мы когда усталые ехали, я думаю, куда мы вообще заехали, едем несколько километров по такому, обосрал весь Волжский с ног до головы, но потом... Сити такой вообще. Да, это Готэм, короче, типа. Да. А на самом деле нет, на самом деле все в Волжском очень прекрасно, круто, и просто когда усталый заезжаешь сюда, смотришь, кажется, что, господи, что это такое, вот, например. Сюжет 13 район, если помните. Да. Но на самом деле это самая крупная ГЭС в Европе, и все здесь хорошо, красивенько. Собственно, у тебя видео, которое я с Волжского, предыдущие кадры будут, так, вы посмотрели, так. Это Волжский. Если кто-то хочет днем, ну, желательно бы, конечно, днем отдохнуть, то Волжский, пожалуйста. Да. Очень мирно, позитивно, вкусно. Люди добрые, нет такого, что тебе под ноги кто-нибудь плюнет. Ну, типа, не без какого-то... Без пафоса. Без какого-то такого желчного, там, где нет на тебя то, что все пялят. Ну, то есть, типа, круто. Прям очень, поэтому. Тихо, спокойно и легко дышать. А дальше мы, собственно, вот это вот уже Волгоград. То есть мы сейчас, когда приезжаем в ГЭС, то мы проезжаем Волгоград, мы въезжаем в Волгоград, и мы, собственно, сейчас еще прокатимся по Волгограду, поэтому понеслась. Так, Саранск проехали, Саратов проехали, проехали Пензу. Проехали в Волжске, остановились в Волжском, погуляли в Волжском. Сейчас в Волгограде двигаемся дальше. А вообще, в целом, мы успели проехать? Мы успели проехать Владимир, мы успели проехать Нижний Новгород, мы успели проехать Ёшко, Ёшкар-Алу. И, собственно, сейчас мы с Волгограда уже двигаемся напрямую в Дагестан. А это вот, собственно, ну, кусочек Волгограда. А это вот, собственно, ну, кусочек Волгограда. Так, ребята, сейчас мы по Волгограду едем и как раз приезжаем. Вот она, родина мать.